Привет всем! Сегодня хочу сделать видео по поводу холодного фарфора. С того момента, как я снимала свои видео, прошло больше 8 месяцев, и много в моей рецептуре поменялось. Я стала делать легче. Кое-что из ингредиентов я заменила абсолютно. И сделать анонс на выпуск своего абсолютно нового рецепта. Скажем так, это будет уже не холодный фарфор, это будет уже полимерная глина. Она совершенно другая по свойствам будет. Вот такая вот. Если все получится, то будет новый рецепт. Вот такой полимерки. Это абсолютно высохший лепесток, ему больше 5 дней. Что меня натолкнуло на мысль сделать совершенно эластичный холодный фарфор? Будем его называть так. А вот моя. Да, Гербера. Она упала вместе с вазой. Она падала первая, она и вот роза. И невзирая на свою высокую пластичность лепестков, вот они, такие до сих пор, вот, им больше 2 месяцев, она все равно разбилась. Но это обусловлено тем, что крахмал, который мы используем, он хрупкий. И меня наткнуло на мысль, что часть крахмала, крахмал выступает загустителем, и вот таким вот, чтобы тягучее, да, было, именно сырой холодный фарфор, чтобы с ним было удобно работать, на часть другого загустителя, чтобы он был более пластичный после высыхания. Ну, это анонс. Это пока я не делаю. Раньше, чем через месяц, я вам ничего не покажу. Хочу понять, останутся ли мои цветочки из этого нового, того же пластика, назовем даже, полимерной глины, такими же эластичными с течением вот месяца. Или все-таки утратится это свойство, пока оно есть. Но я расскажу о том, что я сейчас в холодном фарфоре изменила, чтобы он стал вот такой совершенно эластичный, пока вы месяц будете ждать. Это первое, что я изменила. Во-первых, целлюлозу я, естественно, больше так не мудрствую, я написала это в аннотациях. Я беру вот медицинская пеленочка. Вот так разрезаю и достаю оттуда распущенную целлюлозу. Вот она, пожалуйста, уже готовая. Спасибо, Анечка подсказала. Так, второе. Я добавляю целлюлозу в меньшем количестве, чем я показала, чтобы не было вот этого сухого эффекта, как будто высохший. И добавляю уже сразу, то есть я варю с целлюлозой. То есть растворяю ее в клее хорошо, потом добавляю крахмал, все это постояло минут 10 и варю. Вместо свечки, помните, свечка, да, была у нас восковая, я посидела на форуме химиков и выяснила, что стеарин лучше. Можно и парафин, но стеарин лучше. Поэтому я покупаю сейчас стеариновые свечи. Стеариновая свеча – это смесь парафина и стеарина. Стеариновая кислота называется. Стеарин – это стеариновая кислота. Лучше. Да, проверено. И парафин я добавляла потом. И стеарин, все отлично, не трескается, повышается пластичность, значительно повышается. Затем еще к пластификатору, который у нас есть в клее. Клей я, кстати, использую сейчас не просто клей или столярный клей, когда есть, а в основном я использую дисперсию ПВА пластифицированную, в которой находятся пластификаторы, сложные эфиры. Это или дибутилфталолат, дизобутилфталолат, вы поняли, вот это оно, сокращение еще может быть. То есть вы, когда будете выбирать дисперсию, посмотрите там ДБЭ, там вот это ДБФ, вот такие вот там. И уточните еще у продавца, что это обозначают за, что это пластификатор или не пластификатор. Плюс к пластифицированной дисперсии я всегда добавляю рициновое масло. Вот оно. Это натуральный наш пластификатор, касторка. Продается в аптеке. На 6 столовых ложек ПВА я ложу пол столовой ложки
рицинового масла. И глицерин. Пол столовой ложки тоже. И свечки я тоже пол столовой ложки тру. Стеариновый. Ну, стеарин с парафином. Вот и все, что хотелось уточнить по холодному фарфору из нового. То есть в том старом рецепте я сейчас сделаю по новой. Я ваше внимание обратила. И сделала анонс своего нового рецепта. Ждите его обязательно. Подписывайтесь на канал. Всем пока!